На краба.ру вы сможете приобрести монеты на любые платформы по низким ценам для FIFA Ultimate Team. Всем рекомендую, соберете сильную команду, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! Здорово! Кооп-сезоны FIFA 15 продолжаются. После небольшой паузы два Александра снова с вами. Бою. Да. Канал «Сосиска в тесте», ссылка на него в описании. Ну что, поехали? Поехали. Играем мы за Вольфсбург. Поменяли мы все-таки сборную России, да. А после матча с Казахстаном все-таки решили. Решили, все, хватит. Все, да. Хватит. Дальше некуда уже, хватит терпеть. Соперник, кстати, очень быстро нашелся. Удивительно. Это да. Ух. Там у нас Бельгия. Ух ты, ё-моё. У нас нет никакой сыгранности, писали в комментариях. Тогда. Ай, пас! Так нельзя, писали. Вообще, да, не говорится. Как мы так играем? Ужас. Так, кто у нас там? Есть кто-нибудь? Медленный достиг. Свой! Ну, ладно, это не пас. Будем считать. Шурле. Сейчас сам. Оп. Оп, оп. Ай. А, не, мисты, давай. Сам. Оп. Подача. Оп. Сам бей. Нет. Черный. Густаво. Как читается у фамилия вот у того другого черного нашего? Не знаю, честно. Темнокожего, ладно, а то опять скажут. Расисты. Да. Дос, ты что напрыгнул сзади на великого и ужасного рыжего? Пацана. Де Брюйне почему-то не бежал. Дост сказал, иди беги к мячу, я. Передачку. Бегу там! Черный! Черный, но! Давай! Есть гол! Надеюсь, соседи сейчас не придут ко мне. Хотя я не сильно громко кричал. Ладно уж. Вот кто это забил? Читаем фамилию. Это Густаво вроде забил. Разве? Да. А, да. Луис Густаво. Этого-то мы знаем. Этот интервью в Картам Футболе давал. А вот второго, вот которым ты управляешь сейчас. Не забить. О, а, пацан, получается. Какой мощный удар. Вот это бас дос дал в мозг. Ой. Но если бы он тут не забил, я не знаю, был что. Такой удар вообще был просто мощный. Главное в ворота. Ну что, 2-0. Баст. Дос дал. До свидания, соперники. Ты кто такой? Давай. Давай, до свидания. Господи. Элтон. Король вратарей, а этот... Элтон Джон. Лорд. Ой, блин, я ж синий. Да. Такое освещение... На стадионе Вольфсбурга, я бы сказал. Дост! Монстр! Пенальти! Пенальти! Первый же минут! Опять, кстати, с Бельгией играем. А, нет. Нет, это с Марселем. Это у меня лак, да. С Марселем, да. Что, у тебя Бельгию показывал? У меня Бельгию показывают. Так да, это ж что? Все время FIFA так. Ну, обычно там показывают тот клуб, который... О, все, Марсель. Прикинь, пауза была, и все, Марсель. Так, ой, ты бьешь, ну давай. Я не, да блин, не поменять, да? Не поменять. Нормально. Манданде. Не догонишь. Манданде. Жаль. Ты забил, знаешь кому? Манданде. Я знаю. Манданде. А какое у него имя? Ой, я не помню. Ну, нормальное имя. Не, ну реально, не смешное. Ой, я ж синий, блин. Если бы еще имя было смешное. Прикинь, Саня, как у Туре было бы имя. Я Манданда. Ух ты. Хотел обмануть, да? Кого он хочет обмануть? На льду он хочет обмануть. О, хорошо. Ой, хорошо. На фланг можно. Оп. Воу! И не забил. Вот. Такой проход. Вот прям как Смолов. Ладно, Федя лучше сделал. Давай. Оп! Ты что делаешь? Александр! Я что ли?
А, он повернул, и вот в этот момент, как бы, да, надо было тебе отбирать мяч. Вот там вот, да-да-да. 1-1, ничего страшного. Поет нам забил. Давай, оп! Сейчас, смотри. Тащер, оп! Оп! И бдж! Ай, надо было посулю. Давай это короля нашего выпустим. Ну, рано еще. Не время короля, не время лорда. Лорд приходит только... В конце, на 90-х. В реальности, да. Фу. Выиграть, выиграть. О! А выпрыгнул там просто. Ну, сейчас затащим. Воу-воу-воу! Затащили. Затащили. А я один играю временно. Давай. Оп, центр. Бум. Ай, не надо было финтить. Оп. Ну, вы центр. Вот-вот-вот, женует. Вот-вот, хорошо. Лорд, лорд. Нужен лорд. Нужен лорд. Нужен срочняк лорд. Сейчас будет. Вовремя ты это нажал. Но, блин, нету вариантов. У него, кстати, снижается все. Так, да. Давай Перишича еще вместо Калигури выпустим. Давай. И еще, короче, Клоза выпустим. О, Клоза в атаку, да? Нет, в опорку. Все, он хоть и защитник, но... Нас опорник очень сильно устал. Но опорника в запасе нет. Пацан, стой. Он так стоит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Вот и заменки, да? Нам срочно лорд нужен. Лорд Бентнер! Да! Задвигался. Все, облегчился. Бентнер. Давай! Ну-ну-ну. На чё Саня отдал ты дальше? Так а чё, я смотрю. Поблизости кто-нибудь. Бентнер! Да какой ты! Мы-то выпустили тебя, чтобы ты забивал. Воу-в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 оу! Это же Де Брюйне! Да блин, я бью. Нормально. Сейчас на Бентнера навесить хорошо, и все. Я просто нажимал вынести подряд кнопку, поэтому он так и прыгнул. О боже, дерево! Лордское дерево. Ты куда? Ты куда? Там не нашего. А, ну почему ты надо? Что? Ой, судья! Ой, судья! Ой, судья, судья, судья! Напишите в комментариях, кто судья. Мало. Ой, беззубый у меня. Ладно. Первый матч длился 20 минут, поэтому я думаю, третий сыграем. Все-таки выйдем в третий дивизион. Меня вообще Вольсбург показывает. Нормально? О, Атлетико. Атлетико Мадрид, ребята. Наш следующий соперник. Ну все, давай, Саня, победим. Играем в пасик. Давай. Вот все замечательно. Точный надо играть. Но накрыли там прессинг. Эй, мяч отдал, Манджукич. Судья! Тебя не... тоже в том, да, тебя не поменяли после предыдущего матча. Это как, мы упустили тут его? Никак. Хорошо, хорошо, хорошо. Оп, из Густаво. Фланговая атака. Закончилась ничем. Или! Выиграли мяч чудом. Оп! Какой пас! Какой гол! Вот так вот! Вот так вот! Доста стрелять умеет! Не то что лорд.
А какой пас, а? Защитник классно убежал, мне понравилось. Да, судья, хватит уже, но ты из Испании, что ли? Из Мадрида? О. А что там с табличкой стоит? Он что-то показывать собрался? Я не понимаю. Он это тренируется. Резервный, да, тоже еще тот. Голик к нам летит. Ну, красиво разыграли, ничего не скажешь. Гризман с левого фланга подключился. Манджукич забросил. Что-то как-то странно, да? Наоборот все, да. Моя. Теннисист раньше был такой. Он есть, но он не играет больше в теннис. Ля-ля-ля-ля-ля. Бултых! Воу! Шурле! Вот это попадос! Я все-таки добился своего, я ударил и забил. Вот кем надо бить, а не Достом, блин. Это да. Воу-воу-воу-воу-воу! Ты не хотел этого делать? Бенальо! Я не хотел этого делать! Тащи, Нальдо, Нальдо! Только поговорили. Да-да-да. Сразу. Туда! Ну! Давай, пас! Не, пас уже не успевал я сделать. Если проткнул только. Вышел, гад. Мой я такой. Бегу, бегу! Бегу! Нормально, оттеснил, главное. К флангу. Ого. Жди меня, братан. Я хорошо, хочу. Вдвоем просто всю оборону. Это жопа. Бей, бей, бей. Да какой бей? А. 76-73. О, нет. Процент передач. А? У нас 76. Я не показывала, прикинь. Так у нас по-разному. А-а-а! Ой! Нормально, лучше так. Лучше вот так. Убил этого болбоя. Нормально. Братан, братан! Центр беги. Бегу! Бей! Понавеш! Уйду! Понавеш, блин. Понавеш. Вот тебе и понавеш. Новое. А-я! Понавеш. Ух ты, как неожиданно. Ты брюка! Оп! Фак! Да блин, ну чё, сколько можно? Мы так давим их. Навес пошел. Ворота. Угловой. Ничего себе у него подкруточка, блин. Тогда. Навес! Пошел к своим воротам. Нет. Ну, по этой логике так бы было сейчас. А! Александр, Александр, Александр! Да на! В калетке! В юбку хотел, видимо. Шурли, в смысле, Дебрюне. Я-то бил в угол. Хватит уже. Надо доверного разыграть. Сюда, терпите! Доверного разыграть, конечно, да. Надо бить отсюда. Так, пошли в жопу, я ставлю автобус. Зачем? Я не хочу выпускать победу, может быть. А ты выпускаешь автобус, ты чтобы потом нас забрали, да? А, не мы нарушим? Я думаю, вы нарушим. Навешиваю. Бью! 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 О, в голову! Пенальти! Нет, нет, бей, бей, бей! Блин, ай, фак. Нет, только не это. Я бегу! Ой-ой-ой. Так. Как я там не забил? Вообще, пацан, такой хороший навес получился. И открывание, и все, и удары в голова только. На! Только голова мой. На! Блин, я выносил. Нормально. Лучше так. Фак. Фак, лучше так. Нет, только не через центр, пожалуйста.
Давай на фланг мне. А-а-а, больно было. Да судья, заканчивай уже, все понятно. Ну, красная. Красная армия всех сильней. Фон Фран, до свидания. Вы пропали из игры. Ты кто такой? Забью сейчас, галешник я. Сейчас бы от затылка вратаря. Ворота отскочила, я бы вообще поржал бы. И не я бы один. Бей! Мы вышли в третий дивизион! О, да, о, да. Наверное, там уже и начнем следующую серию, потому что сыграем без записи, чтобы выиграть титул. Вот так вот, ребята. Подписывайтесь на канал. На канал Александра тоже. Ссылка в описании. Ну и продолжим побеждать с вашей-то поддержкой. Пока.